каждом доме есть обычная, ничем не примечательная кружка. Ее легко можно сделать яркой и красивой с помощью контуров по стеклу и керамики. Мы будем использовать легкую технику точечной росписи, которая под силу каждому. Просто ставим точки на одинаковом расстоянии друг от друга, одинакового размера. Осталось только обжечь в духовке, и с такой кружки можно будет пить чай.